Привет, народ, с вами Варчик, и сегодня мы поговорим про то, как на Ютубе блокируют мелкие всякие каналы, просто потому что у них есть какие-нибудь хитерки, которым в жизни нечем заняться. Ну или есть чем заняться, видимо, это интересное занятие — блокировать каналы. Что нужно, чтобы заблокировать канал? Нужно на него накидать кучу одинаковых жалоб. Для того, чтобы накидать кучу жалоб, нужно кучу аккаунтов, где можно взять кучу аккаунтов. Насоздавать самому, или же есть всякие сайты, на которых можно давать задания за определенные деньги, какие-то там копейки, как обычно, или пару рублей, чтобы человек пошел и где-нибудь написал, допустим, какой-то комментарий, или в какой-нибудь игре скачал, дошел до какого-то левела. Знаете, такие вот есть сайты, где там люди за копейки билибердой занимаются. Так вот, на том же самом сайте можно взять и сделать просто задание, зайти и кинуть жалобу на какой-то канал. Все. Просто оплачивая это какими-то копейками. И куча людей валит на твой канал и кидает одну и ту же жалобу, и твой канал улетает просто в бан сразу, и он исчезает полностью. После чего владелец канала может подать апелляцию, подать запрос, написать там свою почту и написать, что вообще что за дела, на что YouTube ответит недели через две, может быть чуть раньше, через неделю, не знаю точно. И за эту неделю или две он проверит и скажет владельцу, действительно ли у него канал какой-то неправильный и он заблокирован, либо же на его канале нет никаких нарушений и этот канал разблокируют. Но это работает в основном против мелких каналов, которые я создал недавно, для того, чтобы на нем стримить. Его заблокировали просто полностью. Ему даже месяца нету. Он маленький, на нем нет ни 1000 подписчиков, ни месяца, ничего. Он малюсенький, там 300 с хвостиком подписчиков, и он создан недавно. На основном канале 11 тысяч с хвостиком подписчиков. И он уже существует много лет. Так что его заблокировать не так уж просто. По своей неосторожности, включил возможность в Donation Alerts донатить клипами, и за одного из таких вот клипов я получил страйк на возможность стримить. И возможность стримить у меня должна появиться в конце февраля. Для этого был и создан второй канал, чтобы до конца февраля на нем стримить. Но и второй канал был заблокирован полностью. Оставаться без второго канала на 2 недели для меня — это вообще неприемлемо. Поэтому я создал третий канал, ссылку на который вы можете найти в описании. Я очень сильно перед вами извиняюсь, что чтобы смотреть мои стримы, нужно подписываться аж на 3 канала. Это не моя вина, но я очень сильно извиняюсь. Пожалуйста, перейдите по ссылке, подпишитесь. И мы вместе там еще пробудем какое-то время, надеюсь, его не заблокируют быстро. Давайте разбираться, кто же занимается такой ерундой. Есть у меня на канале несколько таких вот интересных глупцов, которые занимаются в жизни самым интересным. Они пытаются что-то там у меня на канале напортить. Очень часто бывает, еще до начала стрима уже стоит жменька дизлайков. Кто-то там какие-то пишет писюльки с оскорблениями и угрозами после стрима, во время стрима ж, ну, сыкло. А вот после стрима, пожалуйста. Уже чуть ли не 2 года один и тот же чувачок мне какие-то там писюльки выписывает. С ником Петка. Петька, Петка, я не знаю. И надонатил он уже 26 сообщений на 486 рублей. Вот нечем заняться человеку, как 2 года писюльки между стримами писать. В которых он мне, если вы можете, почитайте сами, угрожает, чтобы я ушел с Ютуба, со своего канала, что он там со мной разберется. И когда я получил страйк на основном канале, что это только начало, дальше будет хуже. И все в таком духе. Я большую часть его сообщений не перечитывал, я просто их скипаю, пропускаю, и все, мне не интересно. Но вот некоторые из них я читал, поскольку мне нечем заняться, точно так же, как этому человеку, кроме как читать вот эту его маразматическую бредятину. Есть еще один сверхразум, который несколько лет мне на вторую мою симку, которой я не пользуюсь, она где-то валяется, пишет мне какие-то дебильные сообщения тоже с угрозами и оскорблениями. Занимаются они этой херней уже несколько лет, сколько там этих людей, мне в общем все равно.
Но кто-то из этих или из других людей где-то заказ какой-то сделал, чтобы на мой канал люди переходили и кидали жалобы, и его заблокировали на второй. Может быть такое же и на первом канале, но оно для первого канала не работает, поскольку он старый и большой. И так просто ты его не заблокируешь, сверхразум. А то, что я получил на нем страйк, это моя вина, потому что я сам включил возможность Donation Alerts такую и сам за это поплатился. Но то, что мне блокируют вторые каналы, это недоработка YouTube, потому что согласен, что за таким множеством каналов, как их есть на YouTube, уследить тяжело. Но и блокировать каналы направо и налево это тоже не дело. Я не могу каждые 3 недели создавать новый канал. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, перейдите по ссылке, подпишитесь, и я там буду делать стримы. На основном канале я буду делать видосики, скорее всего, по боям, которые сыграю хорошие на стримах, и буду какие-то темы интересные рассказывать в видосах на основном канале. А потом, когда страйк уберут, я продолжу стримить на основном канале, и за этих хейтеров я просто забуду. Но сейчас они мне просто не дают продолжать делать то, что мне нравится и то, что я хочу. Их вообще не должно касаться, что я делаю, зачем, как и почему. Я делаю то, что мне нравится. Есть люди, которые меня поддерживают, я этому очень сильно рад. Но я никогда не задавался вопросом, насколько же легко на YouTube заблокировать мелкие каналы. Если по YouTube полазить, то можно найти очень много видео и посмотреть, как там в комментариях очень много лайков набирают комментарии, в которых написано «Поставь лайк, если твой канал заблокировали просто так». Оказывается, просто надо кучку жалоб накидать и все, минус канал, как минимум на 2 недели. И не факт, что он вообще что-то там нарушал. Просто главное жалоб накидать, оказывается, все так просто. И не важно, кто эти жалобы кидал, нормальный человек или какой-то псих. Кстати, новый канал называется Зеварчик Победитель Хейтеров Стальной. Вообще, я хотел его назвать Зеварчик Танкист Победитель Хейтер Стальной Снайпер, но не влезло, короче. Влезло только Победитель Хейтеров Стальной. Надеюсь, это название канала поможет мне не так быстро получить бан канала. И если почитать некоторые сообщения того же самого Петьки из Donation Alerts, который мне там донатит по 17-20 рублей уже 2 года и пишет всякие гадости, то можно найти сообщение, что это он пытается меня жить с Ютуба, что это он мне там кинул страйк, что дальше будет хуже, я должен куда-то уйти с Ютуба, и что просто он меня там вообще уничтожит на Ютубе, просто жесть. Из чего я делаю вывод, что это он причастен к тому, что мелкий мой канал, второй, заблокировали из-за того, что он там занимается какой-то ерундой. Вот, в принципе, и все. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.